Проиграли, к сожалению, форварду сегодня 1-4. В принципе, в первом туре метро смотрелся поинтереснее в атаке. Сегодня вообще такое ощущение, что мало что получалось. Есть какое-то объяснение? Как вы и сказали, просто мало что получалось. Если индивидуально каждый провалился сегодня. Защитники плохо сыграли, нападающие плохо сыграли. Все, кто выходил в замену, плохо сыграли. Вот и сложилось, результат плох. Сегодня два основных защитника у метро отсутствовали. Не было ни Серова, ни Приколоты. Как оцените действия вот другой пары защитников, которые сегодня сыграли против форума? Я думаю, даже если бы ребята были, они тоже вряд ли бы что-то... Тут не вошла команда. Все защитники, которые играли за место Серова и Приколоты, равносильные. 8 на 8 у нас играют. Это вся четверка равносильных защитников, которые играют. У нас вообще постоянные игры без замен. Не скажу, что кто-то из них должен был играть слабее. Просто сегодня не играли в футбол. Непонятно, что было на поле. Поговорим в раздевалке, в следующей игре подсоберемся, я думаю. Спасибо.